все. Ну, это единственное... Давай, Виталик! Колени, колени приходи. Хорошо. Хорошо. Спину забери, заправь колено. Заправь колено, затащи на себя, да. Не надо в маунт, на бэк маунт иди. Баллы пока не дали. Преимущество дали только. Кристиан, трудоист хороший. Оли Копиан. Майк, это? Да. Я с ним в стойке даже не пытался. А это какой-то крутой, да? Да. Другой. Европы в этом году. Кто Миланг? А, ну, что-то слышал, да? Ты вообще БЖ не смотришь, да? Нет, смотрю. Ну, он один из топов, вы чуть ли не единственный. Ой, европейский топ. Вот, все, Виталик скинул. А этот, ну, я Варжинский знаю. Ну, вот Варжинский топ, я считаю, лучший в Европе. У них вот заруба постоянная с Максом Линдботом. Сейчас еще Виталик. Да. Им покажет. За спину иди, Виталик. Не надо, не надо в маунт. Что-то не это, как-то не выбраться. Развернись к нему. Да, 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 разворачивайся, разворачивай. Хорошо. И пройди гард. Пройди гард, баллы получи. Все, дождись. Дали баллы, балла. 3 балла. Все, помочь его, колено на живот поставь. Я сам не трать много энергии. Виталик, ты молодец, давай. Один балл ведешь, Виталик. Гард забери, закрытый. А в гард тоже хорошо. Коричневый 8 минут или сколько? 10. Как и черный? Да, ну тут коричневый и черный вместе. А. Че, Виталик будет с черным поясом бороться? А? С каким-нибудь черным поясом может бороться? Фига себе. Я его помню, он еще в самбовке в шасике боролся. Не важно. В чем? Главное как. Боролся он всегда очень хорошо. На руку вот туда. Хорошо. В
Вырви ногу, встань на него. Дали 2 балла, 3 балла ведешь. Мерчак, что ли, хочет? Он тут же сейчас может ему этот сделать. А, он не пошел, он же сейчас может ноги. Давай. Поднимайся. Хорошо. И поднимись на него. Поднимись. Если ты руку его держишь. Хорошо. Теперь кроссфейс сделай. Левую руку перед его лицом поставь. Да, все, отлично. Левую руку держи перед лицом. Хорошо, и дальше. Да ниже сиди, зачем ты так поднимаешься? Макс Линдблад, Джиу-Джитсу. Сегодня мы будем смотреть колонны. Второй исполнен Гебе Гюм, Оксан Мика Петтене. Евро. Файлинс Лото. Мне нравится Виталик, он всегда с таким покерфейсом борется. Что вот в этой ситуации? По идее, либо на жопу садиться, либо перекатывать. За спину. Ну, сейчас ему сейчас нужно держать правую руку под его, под левой рукой соперника. Съезжай вниз и правая рука перед лицом. Так тоже хорошо. И на север-юг. Как только освободишь ногу, на север-юг уходи. Сейчас наоборот нужно вот лег-драг обходить. Вот, да, вот так. Блин. Он мало сразу захотел. Не давай ему. Как будто с Ильей борешься. Не Дип Хавгарда. Кто такой Илья? Антоненко. Илья лучше, делает вообще нормальные темы с Дип Хавгарда. Он свипы хорошо делает. За спину у него хорошие переходы. О, вышел на рычаг. Почему там 2 балла не дали? Вроде же был Гард. А? Вроде это же с Хавгарда было или нет? Или сейчас вот только дадут? Ну, сейчас дадут. Минута осталась, ведешь 1 балл, Виталик. Tuomas Hänninen,
Никак не надо. Да, все.